Исполнение закона и решений суда в преддверии профессионального праздника и 150-летия со дня образования службы. Поздравления получают судебные приставы. Работа с неплательщиками, взыскание задолженности и другая кропотливая работа по исполнению законных решений. Все это ложится на плечи людей в форме. На сегодня в службе судебных приставов региона находится свыше миллиона исполнительных производств, а общая сумма взыскания перевалила за 5 миллиардов рублей. Причем с каждым годом работы только прибавляется. Проблемы, конечно, есть всегда. Если сегодня нам предъявили на 137 тысяч исполнительных документов больше, чем в том году, то, наверное, проблемы с неплатежами есть. Это у нас сегодня по всем почти позициям произошел рост поступивших исполнительных документов. Это и по банковским кредитам, это и по налоговым платежам, по штрафам ГИБДД. То есть проблема есть. Вот поймите, что мы с должниками мы не боремся. С должниками должно бороться все общество. Мы обеспечиваем его исполнение тех решений государства, которые к нам поступили. Судебный пристав как был на службе государства, так, собственно говоря, и остался. Слова благодарности за работу судебные приставы получают не только от руководства. Поздравить сотрудников на праздничный концерт приехал и глава региона. Очень важно, чтобы судебная система работала качественно, чтобы она была обеспечена прежде всего для того, чтобы справедливо, независимо проводить все законы в жизни. И ваша задача, она очень непростая, оградить суды от ненужного, неправильного влияния, обеспечить их безопасность. И это требует очень серьезных усилий, профессионализма. В преддверии юбилея службы лучшие сотрудники получают награды и благодарственные письма. Отмечены профессиональные кадры, работающие в разных районах области.